Так, ребята, ночь, не видать низги, распалил костер. Значит, что мы имеем? Вот на сковородке кусок ветчины из магазина купленный. Вот, порезал я его тут же. Сейчас разгорится, угли будут, чтобы сковородку не обкоптить. Да, что я хотел сказать. Когда ветчина магазинная, часто она обмотана ниткой, эту нитку не надо в мусор выбрасывать. Запросто пойдет, как фитиль на растопку жирная. Так, вот. Здесь у нас темно, елки-палки. Свет на лбу фонарь. Ничего. Ну и вот коробка яиц. Так. Лину Талу. Правильно. Город Бауска. Рядом куча птицеферм. В Бауском магазине. Недалеко от Бауски. Яйца с Эстонии. Все гениально. Гениально просто. Наша коммунистическая латвийская партия все сдала с потрохами. Так, сейчас еще раз кочерыжим. Немножко бумаги тут было, надо было ее вообще туда не кидать. Так, вот мой мангал. Три кирпича внизу. Между ними щели. И три кирпича вот таким вот макаром, чтобы между ними, на них запросто сковородочка пошла. Сейчас все это перегорит, еще подкину, чтобы угли были. Сейчас где-то 10 часов вечера, 4 сентября, среда. 2013 года. Перекусим и пойдем спать. Топчана себе уже наготовил, все, что нужно мне на ночь перенес в будку. Будку закрыл, иначе комары, хотя комары уже, наверное, и так налетели. Одеял куча, подушка есть. Почитать есть что. Музыки в моем походном телефоне есть. Что еще? И дрыхнуть можно до 9 часов утра, все равно никто никуда не чухнется. Спать буду без задних ног. Что еще? Все позакрывал. Погода супер, небо, звезды. Не, навряд ли таким телефоном можно будет зафиксировать, но все равно. Ну, не знаю, потом на компьютере посмотрим. Навряд ли. Так, ветчина на сковороде. Костер горит. Яйца есть, хлеб есть. Два термоса чая заварил мне, помогли. Ребята местные, молодцы. Даже не ожидал. Сбегали с чайником. Заварили, закипятили. Заварил я сам, закипятили. Принесли, поболтали, обговорили. В общем-то, место тихое, спокойное. Можно спокойно спать, но двери на всякий... А, ну, сало лучше всего подальше. Тиха латвийская ночь, но сало лучше перепрятать. Ладно, может, еще, когда сало начну жарить с яйцами, может, еще включу, запишу что-нибудь.